Что делать при симптомах ОРВИ? В первую очередь останьтесь дома и сразу же начните лечение. При температуре выше 38 пейте жаропонижающее. Начните прием противовирусного препарата. А вот от антибиотиков без показания врача стоит отказаться. При насморке и заложенности носа используйте сосудосуживающие капли и промывайте нос солевым раствором. При кашле и болях полощите горло, используйте спреи и пастилки. Пейте много воды. Замените тяжелую пищу бульонами, овощами и фруктами. Регулярно проветривайте помещение. Обрабатывайте руки антисептиком. И как можно больше отдыхайте.